в субботу. Эта история случилась в старой доброй Англии. Добрый вечер, уважаемые леди и джентльмены, милые дети. Александр Ширвинт, Михаил Державин и третий друг этой парочки. А, кстати, может быть, многие меня не знают. Нет, я ни на что не претендую. Просто я представлюсь. Андрей Миронов в роли Джерома Клапки Джерома в комедии «Трое в лодке, не считая собаки».